дорогие родители, наши любимые деточки, сегодня у нас есть возможность в пятый раз сделать вам доброе дело, получить теплую одежду для того, чтобы согреть ваши сердечки. Жительница Фрянова Анна впервые с двумя дочерьми участвует в акции «С теплом в сердце», которая проходит в Щелковском районе уже в пятый юбилейный раз. Молодая мама, как и все те, кто собрался в актовом зале районной администрации и кому необходима поддержка государства, получила подарок – теплые детские куртки. Куча позитивных эмоций от проведения такого утра. И спасибо всем, кто участвовал все-таки в этом процессе, за курточки, за помощь, за внимание к нашим проблемам, к мамочкам, к ихним деткам, также папам и всем остальным, кто вообще участвовал и кто задумывается об этом. Большое, огромное спасибо. Мы организовали вручение теплых курток, симпатичных курток нашим семьям, которые нуждаются в помощи государства, нуждаются в человеческой помощи. Поэтому планируем и в дальнейшем проводить такую же работу. Помимо акции «С теплом в сердце», в Щелковском районе также успешно проходит аналогичная акция «Собери ребенка в школу», где семьям вручают рюкзаки, тетради, ручки с линейками и прочие школьные принадлежности. Самым главным в таких мероприятиях является результат, который виден на радостных и благодарных лицах детей и их родителей. Все дети довольны, потому что показывали в начале мультфильмы, клоуны, зарядку делали детки и подарки, за которые большое спасибо главе администрации и всем участникам, которые принимали в этом участие. Да, Вика? Да. Скажи спасибо. Спасибо. Все понравилось. В этот раз в акции приняли участие 50 семей. А порадовались за детей и их родителей Мария Буржинская и Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».